Начнем выпуск с самого значимого события минувших выходных. В Чувашии с первосвятительским визитом побывал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 1 августа в аэропорту его встречала и наша съемочная группа. Высокого гостя хлебом солью встретили в аэропорту Чебоксар. Его визит стал знаковым событием не только для священнослужителей Чувашии, но и для всех верующих региона. Утро посвятившего встречали митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев, ученики воскресных школ и воспитанники кадетских классов. Представитель Русской Православной Церкви не в первый раз в Чебоксарах. В Чувашию он приезжал в 1969 году. И знаю, что за это время Чувашия и город Чебоксары прошли большой путь. И в смысле обустройства жизни светской, и, конечно, в смысле церковного развития. И мне очень хотелось увидеть новое лицо Чувашии, помолиться вместе с вашим народом, посетить святыни, что мы и будем делать в течение вот того времени, когда я, пока я буду находиться здесь. Хотел бы передать благословение и Божью милость призвать на всех жителей Чувашии. Из аэропорта патриарх прибыл в Покровско-Татьянинский собор города Чебоксары. У стен собора его встречали сотни верующих, в их числе и ученики воскресных школ. Русская церковь, предстоятель, перед Троицей Святой, православный собой, он ведет к Спасителю, миру и Искупителю. Благодать освящен, белый куколь носит он. Надо нам учиться, за него молиться. В своем обращении к собравшимся святейший говорил о вере и силе слова, о мире и согласии в обществе. Душа радуется, когда я вижу молодые лица в храме, когда я вижу детей, когда я вижу учеников воскресных школ, вижу, когда приходят молодые пары соединять благословением церкви свой брак, и когда приносят детей крестить. Все это свидетельствует о том, что вера православная жива в нашем народе. И благодарение Богу за то, что в Чувашии мир и спокойствие. Пусть так и будет далее. И я хотел бы также выразить благодарность вам, Михаил Васильевич, за ваше водительство, за ваши труды на посту главы Чувашии. Вы с большим вниманием относитесь и к церковной жизни. А самое главное, вы искренне трудитесь на благо своего народа. Дай Бог, чтобы и дальше было так. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Андрей Шоклев. Республика.